Всем привет, с вами Однорукий Борис, и мы с вами продолжаем проходить игру Unreal. Вот, в прошлый раз мы с вами добрались до рая. Вот, да, рай на поле. Посмотрим, где мы остановились там. Да. Точно вот у этой статуи. И, насколько я помню, я тут немножко заплутал. Немножко заплутал, и сейчас, скажем так, на свежую голову я попробую попроходить этот уровень. Так, не открывается дверь, ну и ладно. Вообще, очень такой приятный город мне. Он, ну, очень понравился. Так, давайте посмотрим здесь, что у нас есть. Здесь у нас край. Вы прикиньте, просто вот такой вот край. О, нифига себе, смотрите. Сейчас я поближе подойду, чтобы посмотреть вот на вот это вот. Смотрите, как прикольно. Ну-ка. А что если я... Так, один готов. Второй тоже готов. Да, слушайте, а я как-то и не догадался, что сюда надо идти. Или это тут просто прикол такой? Типа, двое тут ходят. Ну-ка, что это такое? О, защита! Слушайте, круто. Слушайте, не зря я сюда пошел. Вот видите... Как я и говорил, на свежую голову все получается намного лучше. Слушайте, и тут очень прикольно наблюдать за вот этими вот островками. То есть, я не знаю, возможно, в прошлой серии я это не заметил. То есть тут, я не знаю, видно вам или нет, но вот там вот где... У меня сейчас прицел в темноте, вдали, типа, виден еще один остров, вот. Просто у меня сейчас на одном экране игра, на другом, а у меня ОБС-ка. Вот, и в ОБС-ке у меня все намного темнее выглядит, поэтому мне кажется, что вам, возможно, всего этого не видно. Вот. Но с другой стороны видны другие острова. Тут даже, смотрите, на каких-то островах какие-то города, строения есть. Вон, видимо, что-то построено. Вот здесь вот либо труба, либо какое-то высокое здание. Класс. И вот здесь вот, видите, с краю тоже небольшие постройки. Или это одна даже постройка. И вот здесь вот тоже видно, что что-то построил. Да. Вот здесь вот чуть-чуть здание видно. Ну, как я вижу. И вот здесь вот. Ну, короче, вот. Слушайте, прикольно, классно. Сидеть, вот, знаете, очень классно. Вот сесть вот, вот так вот с краю, ножки свесить. Сейчас бы свесил бы. Ага. Давайте я сохранюсь. Потому что если я упаду, то мне придется заново проходить. Короче, прикиньте, вот так вот сидишь, ножками болтаешь над, над вот этим вот всем красивым и созерцаешь острова, вот эти вот.
преисполняешься всей вот этой вот широтой красоты, смотришь вдаль, в бесконечное, вечное, вот, на звезды смотришь, думаешь, как там, как там. Кстати, я вот заметил, что, смотрите, тут вот эти вот звезды, которые точки, они, по-моему, поверх вот этой планеты. По-моему, так неправильно. То есть вот эта вот здоровая планета, ну или спутник, или что это, она должна перекрывать вот эти вот звезды. По крайней мере, вот одна сторона видна, другая сторона в тени, и все равно некий шар должен закрывать часть вот этих звезд. Но на самом деле это такая ерунда, которую я заметил. Вот, но все равно красиво. Да, и кстати, обратите внимание, я сейчас либо я чего-то не дошел, не понял. Вот это вот место, что это за место такое? Наверняка мне туда надо. Наверняка туда. Или может быть и нет. Так. Эть. Так, друган, ты что? Все нормально. Так, этот другалек у нас боится. Мы его все равно трогать не будем. Потому что нам так-то незачем его убивать. Это типа хороший. Мы хороших тут, наоборот, защищаем. Так, собственно, вот, мы вернулись опять к статуе. И наверняка мы сейчас идем совсем к началу. Да, вот отсюда мы пришли. Так, это место я помню. Мы тут с вами смотрели на воду. Говорил, что она тут прикольно сделана. Слушайте, может быть, здесь что-то такое есть интересное? Нет, нету. Эть. О, нифига. Кстати, ну-ка. Я помню, как-то выбирал. О, кстати, да. Сохранюсь, я тут подлечился. Я же помню, как-то нифига, тут смотрите, нажимаю на F5, и у меня вот меняется. Так, слушайте, давайте я сейчас немножко поменяю все, что у меня тут есть. Слушайте, а давайте так вот будет. Да? А, вот, смотрите, F6 это сохранение. Ну-ка, это быстрое сохранение даже. Ладно. Буду знать. Я хочу вспомнить,
Как я выбирал вещи? Потому что, помните, я в какой-то серии мог выбирать фонарики. Так. Так, следующее, предыдущее оружие. Вот. Нам по один и нам по три. А, вспомнил, все. Вот, смотрите, мне интересно, что это за семена такие. О, слушайте. Офигеть. Это получается аптечки вот эти вот. Слушайте, конечно, я их все потратил сразу. Слушайте, ну это очень классно на самом деле. Это считайте, вот эти семена, это, ну как, с собой аптечку таскаешь, короче. Так я в смысле. Да, я слишком близко подошел к этому колесу. Пускай все это тут дело открытым будет. Так, здесь я был. Так, а здесь я был? Да, здесь я на самом деле был. Здесь и здесь я был. Это я точно помню. Здесь я тоже был. Так, здесь уголек стоит. Ну-ка. А, понятно. Так, хорошо. Ну-ка, а здесь что у нас? Понятно. Да, на самом деле я очень люблю, знаете, плутать по карте. Вообще не понимать, что происходит и куда надо идти. Так, здесь ничего. Да. Ну-ка. Да, смотрите, мы тут с другой стороны вышли. Ну-ка, а что если я сделаю вот так? И доплыву. Так, вот эти вот рыбы. Я понял, что они не очень-то их хорошие, да? Слушайте, да, надо побыстрее плыть отсюда, потому что вот эти рыбки, они наносят нам урон и игнорируют всю броню. Смотрите, у меня броня не коцанная, при этом жизни покоцались от этих рыбок. Так, ну, по крайней мере, я узнал, что здесь, ну, никак не проплывешь. Как хотелось бы. Так, ну ладно, немножко поплутаем. Содержимся, скажем так, в раю. Почему бы и нет? Вот если бы тут была карта. О, открылась. Слушайте, неужели эти двери не открывались просто тупо потому, что я стоял к ним слишком близко. Хотел сказать, слишком быстро стоял. Так, здесь на самом деле я был.
Это 100%. Ну-ка, что если... Да, тут спрыгнуть можно, прикиньте. Так, здесь, я помню, пауканы на меня свалились. И на самом деле... Помню, уже говорил в прошлой серии, что... Эта штука была похожа на... Дверь какую-то, да? Так, давай, слушайте, да, вот. Ой-ой-ой. Да, не получается подорвать все это дело, поэтому, да, я, пожалуй, пойду. Так, и не сюда. Пойду не сюда. Выйду в другую дверь, которая там. Ну-ка, сейчас проверю. Да. Ну, окей. Я даже, блин, не знаю, что тут, куда тут. Да уж, немножко растерялся. Вообще, мне кажется, что я тут уже нарезаю круги. Вот. Ну и раз тут эти круги нарезаются, давайте я попробую вернуться туда, где я... понасажал аптечек. Ух ты, смотрите, я тут не был. Ну-ка. Да, слушайте. Вот с этой стороны меня не было. А может и был. Да, аптечки уже. Так, слушайте, а я тут был или не был? Да погоди ты, чё ты? Вот, точно, меня тут не было. Сейчас я этого гада. Опа, нифига себе. Только я начал говорить про то, что я круги нарезаю. Сразу... сразу нашел место, в котором я не был. Центр наблюдений. Смотрящее око и читающие мысли. Не тревожьте горожан. Они верят, что все чаще, что все еще свободно. Предотвращайте восстание. Это ложная надежда, наш главный управляющий механизм. Понятно, хитро. Однако... Так, а здесь все силы безопасности должны держать местное население под контролем. Убивайте любого, кто окажет хоть малейшее сопротивление. Все, что нам нужно, это несколько сговорчивых работников в таридиумные шахты. Мне еще интересно, что это за платформа вот эта вот. А, слушайте.
Это лифт. Слушайте, давайте я сохранюсь тут. Так, ну, давайте, поднимайте меня. Так, готов. Ладно, не будем тратить патроны на все это дело. Так, выберу лучше другое оружие, вот это вот, например. Так, ну-ка. Управление входом на подводную базу в скале. Ну-ка. Подводная база в скале. А, слушайте. У вас, возможно, под... Вот здесь, конечно, на... Слушайте, может быть, надо туда вот занырнуть, под водопад этот. Давайте это сделаем. Так, этот наш побег. Эйц. Это вот именно вот эта вот подводная база, смотрите. Вот, смотрите, нифига себе. А, ну я же это видел. Да, это я вот в прошлой серии сюда занырнул. Вот это вот все увидел. Да, слушайте, смотрите, давайте-ка я... Аванпост 3G. Давайте я все-таки вынырну из-под воды. И я думаю, что на этом я закончу серию. Так вот, мы сейчас вынырнем. Опа. Так, естественно, тут, наверное, да, враги. Все, готов. Да, смотрите, прикольно. Вот, я думаю, что на этом я сейчас закончу. Вот такая вот, на самом деле, небольшая серия вышла. Наверное, самая короткая из всех серий пока что. Аванпост, да. Что ж, это была игра Unreal. Мы сегодня покинули рай. Это грустно. Я бы в этом месте еще бы задержался ненадолго, но слишком долго задерживаться тут, конечно же, мы не будем. Вот, и проходить-то игру надо. Вот. Что ж, ставьте лайки, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал. Вступайте в группу, ссылка на нее в описании. В ней будут новости по играм, которые я буду проходить. По стримам. Вот. Ну и возможно что-нибудь такое интересное будет в этой группе. Вот. Ну что ж, всем огромное спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.